Добрый день, уважаемый президиум, уважаемые коллеги. Я думаю, ни для кого не секрет, что один из наиболее часто задаваемых вопросов пациентам, с которым мы обсуждаем радикальное хирургическое лечение при неметастатическом раке предстательной железы, это то, насколько мне можно отсрочить это лечение или все бросать и срочно прямо сейчас. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы провели это исследование о влиянии времени до радикальной простатектомии у пациентов и прежде всего при высоком риске прогрессирования, потому что при низком промежуточном, я думаю, вопросов нету. Причины, по которым у анализируемых нами пациентов был отсрочен этот период, приведены на слайде. Конечно, самый частый и, в общем-то, объективный – это коррекция сопутствующих заболеваний, тут никуда не деться, но в последнее время в это вмешались и эпидемиологические факторы, в частности, последние уже 2,5 года пандемия, которую мы свидетелями всеми являемся, она на это повлияла. И ранние результаты, когда вообще встал вопрос о том, насколько отсрочка до радикального лечения влияет на онкологические результаты, показали противоречивые данные. В частности, есть данные о том, что 10-летняя выживаемость без биохимического рецидива при проведении лечения в течение 3 месяцев после биопсии намного лучше, чем если лечение было проведено в срок, превышающий эти 3 месяца. В то же время безрецидивная выживаемость по ряду других исследований, проведенных практически параллельно, не показала различия в зависимости от того, было лечение проведено в первые 3 месяца, в первые 6 месяцев и дальше, и даже в течение 1 года. Данные, о которых я говорил, та информация, поступившая нам в результате анализа первых пациентов, которые, лечение которым было отсрочено вследствие эпидобстановки и которые вошли в последующем в рекомендации Европейской ассоциации урологов ЭСМО, показали, что радикальная простатектомия относится к промежуточной приоритетности, то есть это пациенты, которым при наличии рака простаты высокого риска лечение может быть отсрочено на 3-4 месяца. В связи с этим мы проанализировали свои данные и оценили влияние интервала времени от постановки диагноза до радикального лечения больных раком предстательной железы высокого риска, разделив это на интервалы в течение 30 дней, между 30 и 90 днями и более 90 дней. Цепочка, которую проходили эти пациенты, представлена здесь на слайде, в общем-то, стандартное обследование и прочее. И каждый четвертый пациент, это было 78 больных в 3 лечебных учреждениях, крупнейших центрах, занимающихся онкоурологией в Санкт-Петербурге, каждый четвертый пациент получил операцию, ему была выполнена радикальная простатектомия в срок, превышающий 3 месяца. Что, в общем-то, довольно интересно, то, что пациенты, которые получили лечение в первые 30 дней с 30-90 суток и больше 3 месяцев с момента постановки диагноза, ни по одному показателю, ни по степени дифференцировки, по местной распространенности и прочим показателям не отличались между собой. Нами получены следующие результаты. Безрецидивная выживаемость между этими 3 группами отличалась, но если среди тех пациентов, которые получили хирургическое лечение в 1 месяц и те, кто получил лечение в 3 месяца, разницы статистически достоверной выявлено не было, то обе эти группы, каждая по отдельности, отличались от тех пациентов, которым была выполнена радикальная простатектомия в срок более чем 3 месяца. Вот так выглядит раково-специфическая и общая выживаемость. Они между собой не отличались, то есть различие между этими группами получено только в первые, только по одному показателю – выживаемость без прогрессирования. И наш вывод – интервал времени от момента выполнения биопсии до проведения хирургического лечения, не превышающий 3 месяца, является благоприятным в отношении отдаленных онкологических результатов. Спасибо. Спасибо.